Итак, привет, я Хельга. Зацени местечко. Город Глубокое, вокзал. На этом вокзале можно покормить голубей, пообщаться с голубями, поспать, если вам негде, на скамейке, покушать в кафешке. Сходить в тумзик. Это площадь в городе Глубокое. Крутой магаз. Еще один крутой. А вот самое интересное. Здесь есть несколько озер. Одно из них называется Долгое. Это считается самым глубоким у нас. Мега красоты Глубокого, зацени местечко. Место отдыха птиц. Очень красивое местечко. Смотрите, как красиво. Обалдеть. Зацените эту воду. Смотрите, какая она зеленая. Ну, там уже грязная, конечно. Не знаю почему, но в чем причина. И что это вообще такое? Она зеленая. Дальше уже не видно, что мы сделали. Город Постава. Мы считаем правильным не давать им зайчик. Ну, я бы это местечко заценила на мало. Тут даже табличка отваливается. Это автобус, на котором я еду. Еду я в Нарыч. Это вокзал города Поставы. Тут случилась неприятность. Зацените местечко. Но слабо. Я бы ему поставила 5 баллов за то, что он вообще есть. Ну, из 10 за качество.